Всем привет! Мы с Виталиком тут были в СКА-арене поиграть в байк. В общем, я загадываю банихоп через скамейку с колод. Может, манул по ней? Дел. Давайте ритейл пресс, что ли? Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу! Что, так вы насилуют одну скамейку или куда-нибудь в другое место? Не, ну можно выжить все из скамейки, а потом дальше, типа. Скамейки ты чужой матч, честно говоря. Блин, давай наверх, получается, бань на скамеечку и бар с нее. Еп! Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо. Каждый день делаю такие трюки, каждый день. Давай я реально попробую ванейти сказать оттуда. Не закажу, так не закажу. Давай. Щит, 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 щит. Маленький пригорчик, уже вип. Опа! Клюнул. А я предлагаю, короче, сделать 360 с этого подката через бордюрчик туда. Ты хорошо подумал. А чё? Чувствуется, у нас 1-1. Говно неудобно. Согласен. Загадывай. Ванайте на фотка. Коси траву. Вау! Давай бар. Я бар умею. Йоу! Мой бар? Ай-яй. Да ё-моё. Надо было делать. 180 гэп на фул кэп. Ивана печенька.
Хэнкфлип скатится. На порепочек запрыгиваешь, из нее 270. Тут скат. Нет, там больше. Больше. Чуть-чуточку. Ну, типа через степ. Пятерый с фейки. Еп! Обалдеть. Ребят, большое спасибо, что смотрели. Мы старались и выбрали необычный спот для этой игры. Если вам понравилось, ставьте обязательно лайки. Спасибо за внимание. Пока.